До 11 февраля в Нижегородской области проходит акция, призванная помочь пополнить фонды библиотек региона. Одним из пунктов ее проведения в этом году стала библиотека имени Маяковского. Библиотекари принимают от горожан книги разных авторов и жанров. Главное издание должно быть в хорошем состоянии. Хотелось бы, конечно, во-первых, чтобы это были книги в твердой обложке, в твердом переплете, потому что они более долговечные. Хотелось бы, чтобы это были книги новые и книги в хорошем состоянии, потому что согласитесь, что приятно прийти в библиотеку и взять книгу, которая хорошо издана, хорошо иллюстрирована, в хорошем переплете, с какими-то современными комментариями. Это могут быть не новые книги. Главное, что их должно быть приятно взять в руки. Собрание сочинений, которые бережно хранились в вашей семье в книжном шкафу, примут с радостью. А вот покрытые плесенью издания, привезенные с огорода или с гаража, не возьмут. Будут востребованы произведения классиков и современных авторов, справочники, энциклопедии, школьные пособия, сборники задач и книги по литературоведению. Подаренные за этот промежуток книги, мы будем за все эти книги благодарны. Вот обязательно их очень внимательно отсмотрим, и часть книг останется в фонде нашей библиотеки, а часть книг будет отправлена для других библиотек Нижегородской области. Мы отправим еще тоже и списки, то есть тех книг, в которых мы нуждаемся, ну, может быть, которые не принесли читатели наши или горожане наши, но которые, возможно, принесут в другие пункты сбора. Тогда, возможно, книги из этого списка отправят в Саров, и наши читатели смогут их прочитать. Подробности по акции «Книгодар» уточняйте по телефону 99408. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.